Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас 9-й день и 275 листочков я забираю. Это круто. Листочки — это наше все. Так, это мы закрываем. Зайдем, посмотрим, есть у нас события сегодня какие-нибудь. Ага. Так, подожди-ка, ранний доступ. И здесь тоже ранний доступ. Соответственно, пока мы не сможем. Здесь через 3 часа откат. Слушай-ка, через 3 часа откат. 2, это 5. Блин, я не успею, я на работу уйду, к сожалению. Но завтра успеем, да? Сколько там будет? 3 дня длится. Я надеюсь, мы успеем его пройти. Выживание все-таки. И здесь у нас тоже хитрые против стремительных. Так, один день минусуем, 3 дня тоже остается. Окей. Так, ну что у нас тут в этом сундучке? О, тут даже вот так вот. Я надеюсь, друзья, вы поняли, что мне сейчас только что досталась груша. Ветрокрыл принес мне 3 железа. Так, что же нам с ним сделать? В принципе, мы можем его отправить дальше на прокачку. Давай здесь попробуем. Фартанет нам? Да, конечно, фартанет, ага. Держи карман шире. Никакой тебе фартовки не будет, Рэй. Вот так. Иди, водорез. Неси мне железо. Ой, железо, древесину. Мне нужна древесина. Мне нужно море древесины. Ветрокрыл, ну тебя придется отправлять опять же все-таки за металлом. Все, полетел. Сарделечка, у тебя там что? Покажи, пожалуйста. Не стесняйся, что ты мне принесешь? Ну, естественно, 5 шестеренок. Даже и думать нечего было. Пускай дальше летит. Так, Барсик, ты что мне дашь? Давай 350 рун. Держи карман шире, да? Я понял. Ну что, Кривоклыка, ты-то чем хоть порадуешь меня? Яйцом, что ли? Нет, рунками, 10 штук. И лети вон, хранение бесплатно. Громильда. А шестеренки 2 штуки, да? Нет, яйцо. Ну, яйцо это фуфловое на самом деле, поэтому оно как бы ценности для меня никакой не представляет. Ну что, этих мы с тобой, Гаврюш, отправили. Что мне принес? 10 миллионов рыбки. И все, да? 10 миллионов рыбки. То есть мы с тобой вот то, что отправляли на поиск, мы так и не нашли того самого. Сейчас я тебе скажу, как его там величать-то. Где же он? Вот он. Скоржала мы с тобой ищем. Ищем и никак не найдем. Пускай летит опять бесплатно на поиски. Здесь у нас что? Так, ну мы сейчас все это посмотрим, рекламку, все как полагается. Отлично поработали, надеюсь, теперь нам удалось достучаться до Эрита. Невероятно, похоже, драконы не такие уж и глупые звери, и все равно я бы не стал им доверять. Мы добились небольшого прогресса, но некоторые глупые звери учатся медленнее других, да, Громильда? Раук. Если бы мне удалось достать всех драконов Олуха. Если бы мне удалось доставить всех драконов Олуха Драга, может, он не стал бы меня наказывать за драконов, отбитых тем драконьим наездником. Как им это удается? Хоть у Драга и больше драконов, чем на Олухе, но почти все они закованы в цепи. Так, поселить на Олухе 11 драконов. А где вы храните клетки для всех ваших драконов? Ох, Эрит, сын Эрита. Ты так ничего и не понял. Ну, естественно, они у нас без клеток. Они у нас свободно здесь живут. Интересно, что сейчас делает красавчик Эрит? Знаешь, Забияка, ты мне больше нравилась, когда с тобой случались неприятности, а не любовь. Может, поговорим о чем-то другом? О чем угодно. Не верю, что предлагая такое, но может пойдем найдем себе какую-нибудь работу, отвлечемся? Так, повысить уровень кошмарного пресеголова на 5 и повысить уровень нюхохвата на 5. Даже вот так вот. Нюхохвата. Так, пресеголова на какой уровень? На 5? Он же у нас уже и так, ребят, прокачанный. Так, парящий прихвостень лети. Модификрылка получила левел. Пускай дальше. Ага, с древесиной проблемы. А он у меня, по-моему... По-моему, у меня на складе древесинка-то есть. По-моему. Ага, забираем.
Так, модификрылка, ты все равно у меня пойдешь обучаться. Даже не сопротивляйся. Так, а где у меня остальные-то трое? Так. Буйволорд, ты будешь сегодня у нас переходить? Угу. Не будет. Как всегда, в позу раком встал. И в отказку. Беги. Так, ты-то что у нас? 5, ладно. А, святилище в Валке занято. Ну, тогда лети за рыбой. Где эти-то у нас? Вот они. Пополучали тут уровни. Давай-давай на учебу. Вперед, как говорится, из песней. Шипотень. Тоже пускай летит на учебу. Ну, а тебе, по-моему, не хватит в академке места. Нет, хватило, ты посмотри, как меч. Ну, тут вообще, ребята, у меня 2 эпические, да, легендарные, по-моему, и редкий. То есть они вдвоем здесь стоят. Так, на поиски пускай летит. Ты-то что-то кружишься, верчишься. Давай, лети. И ты, кстати, тоже лети. Привыкли тут прохлаждаться мне. Вроде бы как все, да? Все у нас в работе. Никто не просиживает. Единственное, что нам нужно сюда зайти, посмотреть, что у нас тут за предложение есть. Обменять, вот. Так и вот так. Все. Награду свою прихватили. Ну и теперь вроде бы как действительно. Так, подожди-ка, а ты-то че у меня без работы, парень? Давай-давай-давай, лети. Вот теперь вроде бы действительно все при делах и все заняты. Угу. Нашел одного, да? Как говорится, халявщика. 3000. Когда мы с собой накупим, блин, 3000 рун этих? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость, а? Наверное, этого никогда не случится. Давай мы здесь заберем тоже с тобой награды. Так, какое-то гнездо птичье получили. Теперь откроем бесплатно пак. Загадочный. Поехали. И сразу же, наверное, рекламный глянем, да? Костолом, крылатый ужас, кошмарный плестиголов. Это все мы забрали. И теперь еще один пак. Монета Одина 6 штучек, это понятно все. А здесь шепот смерти, кошмарный пристеглов, водорез. И как бы на этом все. Даже железо мне не подкинули, а? Так, тут обменочка у нас. 3 блестящих янтаря. А еще у нас есть? Хватает. Ну что же, это шикарно. И заберем с тобой вот здесь вот награды. Так, тусклый янтарь. То же самое. 5 рун. И самое главное, это, конечно же, листья. Я надеюсь, мы там с тобой хотя бы 2000 листьев тоже насобирали. Нам нужно 8000. Сейчас проверим. Вот наши листья. О, почти 2500 уже листьев, 22 дня впереди. Мне кажется, ребят, не успеем. И это все можно успеть только лишь, если у тебя есть премиум пак. Без него, ну, как-то, ну, не катит. Не выходит ни шиша. Нереально. Ну что, мы, наверное, пойдем с тобой тогда на арену, раз у нас все по откатам. Да? События, как ты видишь, у нас недоступны. Остается только арена. И на арене как раз, по-моему, ни одного пока нет. Отлично. То есть есть чем заняться. Ну, будем элементарно набивать с тобой паки. Так, драконов-чемпионов можно найти. Чего там? Где? Не успел прочитать. Ну что? Здесь, наверное, стоит начать. Вот отсюда. Змеевика бомбанем, потом можно. Погоди, змеевика бомбанем. Нет, нам нужно с тобой. Ого! Слушай, опасность. Успеем ли мы его шваркнуть? Сейчас будет суператака, по-моему. Нам повезло чисто. Ничего он не стал делать. А, мог бы влепить. Так, ну естественно, с тобой сразу хиляемся. А, хилки нету, зашибись. Кому-то крышка, да? Ха, промахнулся, ты прикинь. Он просто промахнулся своим суперударом, отлично. Так, ну что, этот меня не страшит нисколечко. Пускай он там крякает, что хочет делает. Мы теперь отхиляемся.
добьем змеюка злобного. Ну и, как говорится, лаврык. Да, будем его бомбить. Так, он сейчас кому-то будет... А, я вообще-то думал, что он сюда переключится, но нет. Дурачок, значит. Удар. И... В принципе, нам не нужно, ребята, вешать на него слепоту. Он ничего особенного нам не сделает. А мы его уничтожаем. Ну, вот как-то так. Так, ну что у нас тут? Начнем, наверное, вот с этого пройдохи. В первую очередь, хотя лучше вот сюда. Тут повышенная атака. Так что выгоднее, наверное, этого обмануть. Хотя этот нам сейчас пошлет пламенный привет. Ага, еще после того, как у нас понижена броня. Ах, как он мощно кусает. Ну давай покажем, как мы умеем кусать. Слабенько. Слабенько мы умеем кусать. Неужели... Подожди. Может быть, повезет нам. Может, успеем спасти. Нет, не успели. Это ему в ответ. Это отместка была только что. Правильно, кривоклык. Промахнулся. Он своей заморозкой хотел меня здесь, ребята, пришугнуть. Но, видишь, не тут-то было. Какой-то он косорылый, если честно. Два раза не попал своими ударами. Ну, а здесь у нас колотрез, сарделька и водорез. Наверное, я начну все-таки со колотреза в первую очередь. Хотя этот будет сейчас понижать броню, наверняка. Но если мы скалотреса уничтожим, нам будет попроще немножко. А так он будет двойные атаки делать. А если еще, сам понимаешь, да, у кого-то будет пониженная броня, то это вообще будет люто. Сейчас водорез этим займется, нет? Нет. А вот сарделька не упустит момент. Блин, бомбит по-черному. А если, например, не буду делать? Уничтожат, скорее всего, да, мне? Скорее всего, не бомбанут. Штормореза. Сейчас проверим. Ну, да, скорее всего. Неудивительно почему-то. Нисколечко неудивительно. Какой же он мелкий и противный, а? Вот именно своими двумя атаками. А мы вот так вот сделаем ему. Ха. Ну что, все, сарделечка? Доигрался? Как же его сейчас, наверное, зло распирает, да? Что он ничего не может сделать. На то и рассчитано. А вы мне тоже дракона уничтожили одного. Я тоже очень злой. Так, а у него уже прошла. Но мы следующую слепоту на него повесим. Вот и все. У нас тут зависло уклонение. Ну что, давай кусь-кусь. И я думаю, еще одну заходку. Даже не будем сейчас на него вешать никакую слепоту. Я думаю, и так мы его разнесем сейчас. Раз, два и укус. Вот и все. Победушка. Ну вот, друзья мои, мы с вами получили три обычных пака, что не особо меня, конечно, радует. И пак вождя. Ага, шторморез, душитель, громорог и кривоклык. Хотелось бы, конечно, кривоклыка прокачать как можно быстрее, еще на один уровень. Ну что, я думаю, наверное, сходим еще за одним паком. Да, я хочу все равно продолжить схватку. И смотрим, что у нас здесь выпадает. Ага, два красных плюс страж. Ну, давай посмотрим. Кривоклык, громорог и громобой. Я, наверное, начну с кривоклыка. Блин, как же он бомбит, а? Ага, они сейчас все втроем. Так, хорошо, что этот промахнулся. А этот сейчас свой радар, да, будет? Хм, нет. Ничего он тут не стал такого делать. Ну, Барсик, добей его. Отлично. Так, теперь мы в большинстве. Сейчас уничтожат Барсика все-таки. Ага, массовая, массовая, ребята. Блокировка пошла, блин. Ай-яй-яй. Ну что же, а, хильнуться мы можем. Тогда отлично. Тогда, возможно, мы здесь еще поживем и покуролесим. Да ладно, серьезно, что ли, ты атаку себе повысил, а? Сможем ли мы его пробить? По идее, должны, да. Ну, а громорог для нас, в принципе, вообще не авторитет. Мы его сейчас размажем здесь по стеночке. Так что пускай даже не хрюкает. Отлично. Ну и поехали. Здесь укусик.
Ах, вот ты что решил сделать. Нет, парень, так дело не пойдет. А я знаешь, что я сделал? Я сделаю вот так вот. Ну, так и будем, что ли? Кто круче? Поехали. Слушай, а что я радуюсь? Мы же сейчас... Подожди, а на ничью, по-моему, не выходишь, да? Или выходишь? Я уже не помню. Или только когда один на один на ничью идешь. Да, по-моему, так. Когда один на один, там на ничью. А когда вдвоем против одного, то о никакой ничье даже разговора быть не может. Все, победа. Костолом, ага. Так, тихо, тихо, тихо. Да иди ты. Как ее там звать? Роза Ветров, да? Сейчас я с этим разберусь, потому что вот он и кусает сильно. А, это фаербольщик у нас. Тоже, кстати, не, нифига вы, ребята, распетрушили тут. Хорош, барсика-то бежать. Блин, это, честно, наверное, ушатает барсика мне. Нет, пока живем. На тебе. Хинуться не успеваем, да? Тогда сделаем вот так вот, понизим броню. Барсик, прощай. Мы будем тебя помнить вечно. Ничего себе, он бомбанул что-то такое интересное было. На-ка тебе. А этот будет разбег делать? Опа, а у него разбег. Нифига себе, у него дебаф. Смотри, он понижает нам защиту и плюс блокирует мне способности. Правда, на один ход всего лишь. Но тоже мало приятного. Эй-эй-эй-эй. Ты успокойся, братюня. Что за дела-то? Слушай, в принципе, сейчас, если не будет разбега, мы его ушатаем. Да ты заколебал, а? Все, доигрался. Скрипачок. Ну, здесь, понятное дело, я начну с шепота смерти. Тут уже его издалека показали, я уже сразу же вижу следующую цель. Но только успеем ли мы до накопления трех энергии сделать ему? Ага, они хитро сделали. Как раз здесь вторая, и ему дают третью. То есть супер атаку он успеет прописать мне. Если, конечно, захочет. А он захочет. Чё-то я не помню, чтобы шепот смерти... Чего? Чего? Как это может быть, ребята? Просто снес, ты понимаешь? Просто сдул ветром. Так, подожди. Раз... Ага, он... Нет, давай-ка вот так сделаем. Потому что, смотри, здесь вторая энергия, и третья будет на него опять же падать. Давай делай свой суперудар. Спасибочки. Вот, я себе не сделал, ребят, кому-то из наших... Была бы крышка. Так, давай мы этого добьем, хлыща. Этого... Ну, давай укусим, фиг с ним. Это сейчас тоже кусанет кого-то. Давай свой суперудар еще раз, пожалуйста. Молодец, красавчик. Так, и продолжай. Смотри, как он жарит, а. Как он сильно жарит. Раз, два. Ага, вот так. Ну, а этому тоже крышка, ребята. Ну, он сделает суперудар. А, вот так вот. Все, добиваем. Прекрасно. Ну что, мы заработали с тобой пак вождя, ради которого, в принципе, все это затевалось. Древорубщик, парящий прихвостень. О, барс и вепрь. Нормуль, нормуль, я тебе скажу. Все было сделано не зря. Так вот, что у нас по заданиям? Получить 300 миллионов единиц рыбы. А 300 миллионов единиц рыбы. А если я, например, сделаю вот так вот? Мы же задание это выполнили, получается, да? Просто листочки очень сильно нужны. И отправьте драконов в два приключения. Они у меня и так в приключениях. Это нужно их отзывать, а это делать откаты. А это мне как бы сейчас в данный момент и не нужно. Что мы можем с тобой купить? Детеныш Грамгильды, эксклюзивный. Остался один. Тут тоже один. 290, это классический набор. А что в него входит? Скальскокрыл, Громорог, Принцесса Огнеедов. Нет. Тут содержит героических. Содержит чемпионов. Ну и ценник, конечно, там офигенный, чемпионский. Ну что, друзья мои, давайте мы тогда с вами на этой ноте будем закругляться. Обязательно увидимся уже в следующей серии, кстати, когда у нас будут доступны события. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.